Greetings, my fellow loves of tunes, and welcome back to another Diana Ankurinova reaction video here on the channel, where we enjoy the music, of course. Now, I have to admit, it's been a little bit too long since I did one of her videos, and I just needed to come back and do one of her videos again, hear that amazing control to voice of hers. I just needed to, you know, I just needed to. So today we are looking at another video that she's done. It was on the show, Show Mask Go On. I think that's the name of the show. It's called Mom, I'm Dancing. Very excited for this one. A lot of people recommended it, suggested it, and said it's absolutely fantastic. So I'm going to stop rambling, get into it, and then we will discuss it afterwards, as always. Все одинаково, музыка в углу, где плакала. Я с тобой везде неизменно, пусть будут танцы здесь, не пускаем грусть. Пусть плюется пляс и формат светит, музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй, ты готов со мной эту песню пой. Навязчивым, но я по музыке от сердца честный очень. И эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстро, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно. Пусть плюется пляс и формат светит, музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню пой. Спасибо. Живой звук. Абсолютно. Ну что, Юрий Николаевич, близко ли вам происходящее на сцене в такие моменты, скажите? Да, почему же нет? Слушай, ну я обалдел вообще, я не готов был к тому, что вот сидит рядом девушка, сидит вот, и вот так вот говорит, вот таким голосом. Мне очень понравилось, да, замечательно. Мама, я там... Ничего себе! Ну, это было не так низко, ну что вы. Знаете, это было настолько неожиданно красиво, неожиданно глубоко. Я совершенно был не готов. Хотя драматические артисты очень хорошего театра, очень известные, они показывали мне ваши номера.
пораженные вашим голосом. Вот тогда я первый раз вас услышал. Но когда живьем, это ощущение намного сильнее. У меня практически нет слов, потому что очень сильное ощущение вот от первого знакомства с таким талантом большим. Спасибо большое. Спасибо. Пройдемся, продолжим идти по первому ряду. Пройдемся. Пройдемся. Карина. Обожаю тебя. Дианочка, ну ты, конечно, царица. Тебе единственное, чего не хватало, это двух гиен на поводках. Так вот же они стоят. Смотри, а этот не стал приседать, знаешь, что он стоя гиена уже. Вот. Не о вас шла речь, просто ее образ, вот такой царственный, величественный, повелевающий своим вокалом и энергией. Эта песня, ну, она достаточно простая для тебя, как мне кажется, для твоего диапазона и для масштаба твоего таланта. Но ты даже ее смогла украсить какими-то вот чуть-чуть фолка было, да, чуть-чуть мистики, то, что ты любишь. Ты себя целиком проявила. Молодец. Спасибо большое. Ну, Толь, давай. Дианочка, я, признаюсь честно, являюсь фанатом твоего голоса, потому что, ну, он какой-то просто неземной, вот реально неземной, какой-то марсианский, там, я не знаю. Он, такая глубина в нем, Стас, почему ты встал? А я просто хочу посмотреть, как ты врач сейчас будешь. Не, а я не вру. Просто, чтобы вы понимали, этот простоял вот так, как, знаешь, человек на банкете уже да. Третий час. И что я сказал? Я сказал, что песня мне не нравится. Не могу врать самому себе. Тебе я могу врать, а себе не могу. Но не нравится песня. Но песня, которая тебе не нравится, зазвучала так, что она тебе, ну, понравилась. Но она спела лучше, чем оригинал. Вот. А это уже победа. Я одна. Представляете, как Цой вот одним движением просто сейчас обидел двух девочек, теперь бы они это не так. Не будут с тобой здороваться за кулисами. Простите, но на вкус и цвет. Она вернется, тоже многим не нравится. Я вообще этой песни не знаю. Стас, а тебе нравится песня? Воскресенье, день рождения. Вот это нравится? Ты похож на маленького клявера, я тебе уже сказал об этом. Сыночек. Про клявера аккуратненько, ладно? Это последняя передача, где я с тобой снимаюсь. Но ты понимаешь, что это означает, что это в принципе твоя последняя на телевидении. Хорошая финалочка. Не просто со мной, а в принципе. Давайте к Диане вернемся все-таки. От Стаса к Диане. Дианочка, да. Напомни, пожалуйста, что ты мне поставила. Мама, я танцую. Что ты мне поставила в прошлом? В прошлый раз. Я тебе поставила двоечку. Отлично. Так вот. Как самый объективный я член хочу жюри. Тоже поговорить. Я ждала я этого. Я, честно говоря, для меня, все, что ты делала сегодня, оказалось пустовато. Мне не хватило наполненности, мне реально не хватило драйва, вообще драйва не хватило. Никого не слушай, потому что вот эти все, ты понимаешь, они все так и будут тебя все время хвалить. Им просто в кайф. А я скажу тебе правду. Раз уж всколыхнулось дно, давайте уже, я не знаю. Марк, говори. Когда после выступления твоего ребята говорят «Тимур и Тимур», говорят «живой звук», это очень важная история, потому что ощущение, что это звучит фонограмма. Действительно, это важно понимать, что ты живьем, это было круто, у тебя невероятный голос. Но я, знаешь, хочу тебе сказать одну вещь. Понимаешь, песня стала суперхитом. У нее больше 200 миллионов просмотров. И эта песня может быть простая, но в этой песне есть философия двух девчонок, двух Маш, которые разорвали всех. И интернет, и радио. Они сами написали эту песню, и под нее танцевала реально вся страна, не только страна. И хочется смыслов, идеологии. Вот этой. Мама, мы всех порвали. Все танцуют под нашу босую. Браво! Как сказала. Алиса. Мне вот кажется, что все-таки исполнители делятся на две категории. Есть, которым нужен хит, а есть те, которые сами по себе хит. Вот у них просто неповторимый тембр или неповторимая манера. Что-то такое неповторимое, что ну вот просто вот отличает от всех и все. Вот хоть он что споет. Вот Диана, несмотря на свой такой еще юношеский, можно сказать, возраст, она вот как раз из тех исполнителей, которым даже хит не нужен. Она сама по себе хит. Ну, это мое мнение, да. Диана Анкудинова, друзья! Диана Анкудинова, девушка-хит. Спасибо. Спасибо. Well, firstly, that was a lot of talking from the judges, but
Before I get to this song, I don't know if I necessarily agree with what they said. It seems like they were a bit harsh on that on her. I don't know exactly why, but I think that was absolutely extraordinary. I agree with the last judge that said there's a lot of people that need a hit song or need to sing something that is a hit to become relevant and stuff like that. But she, Diana in herself, is a hit. Everything that she's sung, everything that I have seen her perform, she has done absolutely extraordinarily. It is fantastic. She has that X factor, that unique voice, that something different that people have not heard a lot. And that is why I love her. That's why I keep coming back to her songs, the stuff that she performs. Absolutely amazing. So I don't necessarily agree with what some of the judges said. But I mean, they are judges in the show and I'm just a random person. I'm not even close to where they are in the world. So that is just my opinion of it. I think it was absolutely extraordinary. I loved this whole setup of this song. I love the costumes that they were wearing. It was absolutely beautiful. Her dress looked absolutely amazing. The dance routine, the choreography looked absolutely fantastic. Her voice sounded phenomenal. Now, I have to agree that the one judge said something about a soundtrack. It sounded like a soundtrack playing behind. There was one point where I was wondering the same thing, because that layering of her voice, that echo almost sound that she did throughout the song, it really did make it almost feel like it was something that was pre-recorded. I might be wrong. I don't know anything about it. I was just wondering the same thing. But I've heard her live. I've heard her sing. I know that she is capable of doing what she just did. And that is all that matters at the end of the day. Such a fun song as well. I've never heard this before, but it feels so cheerful and happy. It feels like one of those songs that you just can't sit still to. I saw the people just standing up, dancing along with her. If I had to make a guess, it seems like it's one of the songs that in the country where it originated from, it was one of the hits, you know, something that all the people dance along to. Like the person said, it was on the internet and the radio all over. It's a really fun song. I really enjoyed it. The translation, I have to take a moment to thank the people that translated the video as well so that we can understand those who do not speak their language. It said, I'm dancing on my, and then in captions or like quotes, barefooted. So I'm wondering if it's a thing of the song is about dancing barefoot, and the translation is just a bit weird when you translate it directly. I don't know, but regardless, it's a very fun song. So much fun. I love it when she takes these songs, puts a little twist on it, give us those vocal riffs in between, showcases her voice so extraordinarily. I love it when the one judge says she has such a feminine voice when she speaks, and then when she sings, it's so deep. Absolutely fantastic. It's a pleasure watching her perform. Absolutely fantastic. I really, really love that. And I could not stop smiling and dancing along to this song. So much fun. But in any case, I would love to know from you guys, did you agree with what the judges said? I think they were a bit harsh and a bit unreasonable in some of the points as well. I mean, everyone has their opinion. If you do not like the song, then you don't like the song. It doesn't matter who sings it. I have had a few of those as well, but there's also been songs that I do not like that I started liking because of how someone sang it. So I would love to know from you guys what you thought about that performance. Do you think the judges were right in their ruling and what they said? And also, if you have any more information about the song, where it originated from, what it's all about, please let me know down below as well. I love reading all the comments. A lot of them is not in the language that I understand, so I normally sit with Google Translate open and try and make sense of it all. But thank you very much for taking the time and commenting and watching the video along. I really do appreciate it. So I hope you guys are staying well, staying safe. I'll see you guys in the next one. I'm not sure which one it will be. Let me know down below. A few more recommendations, suggestions. I know there's quite a few. And yeah, I guess that's it for today. In any case, remember, music is medicine.